Топ-3 продукта для поддержания здоровья костей. Не нужно покупать витамины в аптеках, ведь все полезные микроэлементы можно получить из простых продуктов. Миндаль. Чрезвычайно важно следить за здоровьем костей. К счастью, правильный образ жизни и многие полезные привычки помогут построить крепкие кости и сохранить их с возрастом. Нутрициолог рассказала, что для поддержания здоровья костей необходим не только кальций, но и витамины К2, Д, фосфор и магний. Не стоит бежать в аптеку и запасаться набором витаминов в баночках, ведь все эти микроэлементы можно получить из еды. Врач назвала продукты, которые необходимы для здоровых костей. Бобовые. В этих продуктах содержится большое количество калия, кальция, фосфора, магния, цинка и железа. Миндаль. Эти семена богаты магнием, калием, витаминами группы В, фолиевой кислотой, кальцием и фосфором. В небольшом орешке содержится весь набор необходимых микроэлементов. Кунжут – белый, неочищенный. Семена могут стать отличной заменой молочных продуктов. В них содержится кальций, магний, калий и фосфор.